told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Самолет прям видно, вот он самолет стоит, самолеты, смотри. Класс, покажи. Круто, да? Ну вот мы заехали в Баварию. Жалко, не увидели вовремя знак, но мы здесь первый раз, поэтому еще не знаем, где он находится. Вот все, мы уже на территории Баварии. А до этого мы были, кстати, на земле Хессен. Это тоже не наша земля. Не Нордрайн-Вестфален, Северн-Рейн-Вестфалия. Вот такая Бавария. Получается, с Хессен переезжаем сразу в Баварию. А едем мы в гости к нашим друзьям уже теперь. С кем мы прилетели 6 апреля в Германию. Мы с ними вместе летели в одном самолете, познакомились, когда приземлились, когда нас оформляли в полиции, все документы нам все это проверяли, делали. И, короче говоря, потом мы все вместе еще проходили карантин в Дудерштадте, но уже после Дудерштадта нам даже повезло, мы в одном домике. Но если вы все мои видео посмотрели, то вы, конечно же, в курсе, кто это. И сегодня вы снова их увидите. Thank you.
правда ли? Посмотрите, какая здесь природа. Просто шикарная.
уже баварская музыка. По идее, вот мы проехали сейчас две земли, да? Но мы ничего не увидели. Так вот, чтобы посмотреть и оценить, как живут все, это просто невозможно, потому что все города находятся вдали от автобана, и поэтому ты просто через проезжаешь метров мимо. На перекрестке с круговым движением сверните на третий выезд. Только земля пива, но и вина. Завтра как раз будет Вайнфест здесь. Какие тут цветочки. Извините, что мы включились, уже заехали в город, но у нас непредвиденные обстоятельства. Мы видели цветочки. Я в цветочном постоянно говорила. Если вы хотите обмануть своего мужа, вы просто скажите, что давай купим тебе инструмент. И в итоге ты оказываешься в цветочном магазине. Нам осталось 13 километров до Нюрнберга. Да, не совсем. А? 13 километров это да. Ну, до места. Фюрта, короче. Фюрта. А, до Фюрта, город, да. Фюрт. Ну, там до места, скорее всего. Фюрта, наверное, ближе чуть-чуть. Да, там какой-то рай, айс, город. Такая природа. Это уже Бавария, сразу видно, уже такое это все. Диалект их южный. Ну и по домикам видно сразу вот эти вот крыши коричневые в основном все. Сейчас 2.9.
выходные. Здорово. Есть туалет, что немаловажно в Германии. Здесь по туалету можно прям отдельную историю писать. Потому что даже в магазинах их нету. Только в Кауфланде. А всех остальных отсутствует. Там минус большой. Жирный. Потом тоже соберем видео минусы и плюсы в Германии. Ну все, заезжаем. Осталось буквально еще чуть-чуть. 550 метров. Здесь прям виллы. Очень красивые домики. Через 300 метров ваше место назначения будет справа. И вот такой классный Нихайм. Вот, так у вас апартаменты прям. Ну да. По сравнению с нашими. Давайте, о, классно. Ничего себе, кухня у них здесь. Маленькая. Бля, знаешь, кушать такую, чем вообще где-то. Что, дети пусть играют, ты посиди тогда с детьми, мы поймем. Зато свое, зато есть куда посуду поставить. Да? Это здешний? Да. О, вот это холодильник. У вас-то, видишь, у вас-то получается. Ну, классно, душевая зато своя. Туалет свой, вот это самое главное. Такой большой холл. Пришли сюда, как там теннисный стол, мужики играют. Вечером, короче, здесь хоть до утра. Некоторые даже здесь одночуют. Кто-то сюда приезжает, раньше кто жил. Офигеть, вот так вот. Комната отдыха. Угу. Есть детская комната. Вон игрушки пакет стоит из этой комнаты. По средам открывается. А, у нас такой тоже есть, кажется, мы не знали. Он детей забирает и уводит играть. Он то мороженое им купит, то на бассейн с ним сходит. Вот мы с Анушкой поехали в магазин за спиртным. Сейчас затаримся и поедем отдыхать. Ну давайте, рассказывайте, как молодцы, у вас тут жизнь. Приехали. Рассказывайте свои впечатления. А вообще у нас в колхозе. Вот. Одни приедут, нас отвезут. Вторые приедут, отвезут. Кто во Франкфурт хотели поехать, сегодня не поехали. Думаю, да ладно, у нас в Баварии как они. Смотри, солнце выходит. Солнце. Ууу, точно. Развели руками. А, красиво. Алекс? Алекс? И меня? Блогеры. Анушка, 136.3. Что это тут? А. Да она еще не это самое. Так я тебя снимаю. Юра, ну, разблокируй мой телефон. 0.7, балансе. Да. Подожди, это. Я
подожди, подожди, я сзади. Подожди, я сзади. Да уйди. Ну, давай. Да, Юра, уйди. Леха, давай. Валентина с 07. Валентеса. Раз, два, три. Кто еще говорит? Это ветер дул. Как быть рядом и не заснять? Сейчас, конечно, штраф. Но я не в самом поле, здесь вот все подстрижено уже. Посмотрите. Класс. Это настоящая пшеница. Никогда рядом с ней не была.